Красная охрана природы, желтый царство животных, зеленый флора, экологический светофор, интерактивная игра для школьников. В Самарском зоопарке отметили Международный день парков. Праздник обращает внимание людей на проблемы экологии и пропагандирует охрану окружающей среды. Наш зоопарк был основан в 1992 году. Нашему зоопарку в этом году исполнилось 24 года. Он прошел большой путь от небольшой коллекции животных, которая насчитывала 80 особей, до такого прекрасного парка, который вы видите сейчас. В нашем зоопарке насчитывается 1100 особей, которые принадлежат к 190 видам, 100 из которых занесены в красные книги различных уровней. Именно в зоопарках дети могут научиться бережному отношению к природе, понаблюдать за животными, их поведением и особенностями. Даже юные посетители зоопарка точно знают, как важно беречь природу и охранять животных, особенно занесенных в Красную книгу, как, например, вот такого африканского питона. В естественной среде их осталось очень мало, и если в дикой природе такой питон может задушить свою жертву, то этот, посмотрите, мирно сидит на руках. Марианна Мирная, Григорий Плешаков, «События».